Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо підсумки найважчого року в нашому житті. Допоможе нам у цьому Роман Світан, військовий експерт. Привітаю. По суті, рік війни минув. Якщо підбивати підсумки, де ми зараз? Мені сподобалась доволі аналогія пана Кирила Буданова, що якщо брати футбольний матч, то десь 1-1 і зараз 70-та хвилина гра. Де ми є, на ваш погляд? Ну, я би не був так оптимістичен. Просто, може бути, Кирил Буданов, у нього є інсайдерська інформація об определеному кількості вооружений, яке нам може бути поставлено. Діло в тому, що із того перечня, який нам дають в інфополі, можна говорити о тому, що ми десь на половині. Тобто ми зараз десь в середині цього матчу, якщо взагалі це можна назвати матчем. Ну, будемо тримати це в скобках. Тобто та динаміка, яка зараз є, и Рамштайн первый, Рамштайн второй, январь-февраль. С этой динамикой мы где-то до конца года, вряд ли это до лета, но до конца года мы точно выдавим российские войска за границы 91-го года из Украины. Разобьем определенную часть, уничтожим, остальные выдавим. Но до конца года. То есть, если у Буданова, конечно, есть информация о том, что нам могут увеличить поставки, тогда да, тогда можно это плюсом где-то 30% от минусов, вернее, минусом, то есть от минусового 30%, тогда мы можем действительно до осени, в принципе, выполнить это действие. Но для этого надо авиация, для этого надо дальнобойные ракеты типа «Атакамс», потому что нужны будут еще и ПСМ, то есть с дальностью 500 и за 500 километров баллистические. Здесь очень большая работа. Ну, может быть, у Киева есть такая информация, потому будем, конечно, рады однозначно. Кто зараз володіє ініціативою і чи те, що зараз коїться біля Бахмута, не говорить про те, що якби її перехопила тимчасово, принаймні, Росія? Однозначно, сейчас инициатива в руках россиян. Это однозначно. Почему? Потому что они планируют наступательные операции, они проводят наступательные операции. Мы пока везде, на всей линии фронта. Мы в обороне, где в глухой, где в активной, но тем не менее в обороне. То есть однозначно планирование у них. То есть инициатива в этом смысле стратегического планирования пока у них. Мы ее себе можем забрать только тогда, когда начнем движение на Азовское побережье. То есть выполним стратегическое наступательное действие, а это возможно только после захода той техники, которую нам обещают, и после выполнения, может быть, добавят еще некоторые номенклатуры. А это будет где-то на март, на конец марта. Потому и здесь, кстати, Буданов тоже прав, это где-то вот середина весни. От після цього ми почнемо наступальні дії, ми повернемо собі стратегічну ініціативу. Якщо б вас попросили от підбити підсумки цього року, що за цей рік нам вдалося, де ми здобули найбільші переваги, де ми здобули найбільші перемоги? Самое главное, произошло единение армии и народа. Это сейчас уже понятно в течение года. Армия – это народ, а народ – это армия. То есть так, как действует, думает народ, так действует, думает армия и наоборот. То есть вот эта обратная связь, которая сейчас есть, и она четко отслеживается. Это первое, вернее, это самое главное наше достижение. То есть народ победить невозможно. Армию можно победить, правительство можно победить. Народ победить невозможно. Ни одна армия мира народ не может победить. Потому здесь уже однозначно, здесь впереди наша победа. Ну и очень много положительных моментов, связанных с принятием нашей уже армии в общий круг натовских государств, европейских государств, в круг военный, так называемый круг. Мы туда вошли, нас туда пригласили. И я скажу больше, они все рады, что мы туда вошли. То есть наши партнеры, военные партнеры, они понимают, что они приобрели очень мощную силу для выполнения и своих задач в том числе.
Пане Романе, це, напевне, не від мене швидше питання, а людини якась збоку, яка не ретельно слідкує за цією війною і скаже, так, але ж в Росії також і армія, і народ, одне, і уряд, і президент одне і ціле. От подивіться на концерт вчорашній в Лужниках, там 200 тисяч людей, там всі раді з прапорами Росія, оце Побіда Бесія несеться далі. Як би ви пояснили цій людині, що якби вона не права все-таки? Дело в том, что все разница в задачах. У нас оборонительные задачи. Мы защищаем свою землю, мы защищаем своих близких, и мы защищаем свои жизни. У россиян задача другая. У той армии, пока будем говорить, которая сейчас на нас напала, у них задача захватнические. А здесь не может быть прямого единения, прямого управления. То, что народ российский, 100 миллионов примерно, две трети от общего количества, две трети поддерживают геноцид украинцев. Это понятно. 100 миллионов человек, они поддерживают, но не поддерживают ментально, а не ногами, не физически. Естественно, над этим всем народом 100 миллионов и один, это и первый, это Путин. То есть он просто говорящая голова этих 100 миллионов. А вот армия, она российская, она оторвана от народа однозначно. Они собрали, особенно последний сбор у них был, это по тюрьмам и в основном по остановкам, то есть людей привлекли за счет финансовой составляющей, то есть меркантильная составляющая. Угу. Потому можно сказать, что это не армия, это такая сброд блатных и шайка нищих, которые пришли за определенным финансовым вознаграждением. Пока их действия народ поддерживает, но действия поддерживают, а не саму армию как таковую. Здесь очень две разные разницы. Угу. Якби вас попросили назвати найуспішнішу операцію українських військ, української армії за цей рік, що б ви виділили? Саме успішне – це підготовка операції по уничтоженню росіян на правому берегу Херсонської області. Сама по себе операція, вона була длительна, вона включала в себе дуже багато моментов еще и тренировочных, то есть мы тренировались уничтожать россиян, это был такой полигон на правом берегу, они были зажаты, они были в оперативном окружении, и мы учились их уничтожать. Так вот, если говорить об общем, они ушли, то есть мы дали им, может быть, в каком-то смысле уйти, или, может быть, наши партнеры нас заставили дать им уйти, в конце концов, справа на левый берег, но мы научились их уничтожать. Мы несколько месяцев разными методами пытались, во-первых, и наши некоторые части действия согласовывать между собой, авиацию, артиллерию, РСЗО, пехоту, бронетанковые войска. То есть мы научились их уничтожать. И это очень большой, так сказать, общий момент, который нам принесет, в конце концов, победу. Можливо, це зараз не дуже правильно було би, та тим не менш. Де нам щось не вдалося, де можна було би справитися краще? Однозначно, нужно было летом, когда у нас было готово и было определенное количество сил и средств, до объявления мобилизации идти не на Купянск, а идти в сторону Мелитополя. То есть, вопреки пожеланиям наших партнеров, нужно было эту задачу выполнить. Напрячься, все усилия, которые только были, собрать и отрезать Запорожскую, Херсонскую и Крымскую области от сухопутного коридора, то есть перерезать сухопутный коридор. Вот неправильное принятие решений, неправильное действие тогда летом привело к тому, что мы сейчас будем делать то же самое, но только уже как минимум дольше, с большими потерями, с большими усилиями. Мы потеряли время. Мы получили где-то плюсом еще 300 тысяч, пусть неподготовленных, но все-таки людей со стрелковым оружием. Это наша проблема, это одна. А если глобальная, есть стратегическая ошибка не введения военного положения всеми тремя президентами, то есть или исполняющими президента, исполняющими обязанности президента Турчиновым, Порошенко и Зеленским. На территории Украины находились вражеские войска. Они были обязаны вести военное положение, перевести армию из режима мирного времени в режим военного времени, для того, чтобы армия взяла под
армия взяла под охрану границы. Не пограничники с таможенниками охраняли границу, только поэтому россияне прошли везде. А армия должна была, вот то, что сейчас произошло, после введения военного положения, вся граница сейчас укреплена, и считайте, можно считать, что это линия фронта, за которой стоят армейские уже части. Они не пропустят нигде, ни в каком месте, не пропустят ни одно воинское подразделение, так как когда армия берет под охрану границы, это уже боевой режим. И вот это такая системная ошибка, но не касается на именно этого времени, когда это я говорю об общей системной ошибке наших руководителей. Якщо брати рік війни, що сталося, як змінилася російська армія, можливо, навіть її найбільший провал, і, можливо, ви бачите, що з нею сталося на краще? Російська армія, вона все-таки учиться, вони обучаємо. Тобто є определенна когорта командирів, які намагаються перейняти у нас определенные наши действия, и у них это иногда получается. Вот, допустим, они переняли наши действия по работам малыми тактическими группами, они переняли у нас действия по режиму активной обороны, они также, бывает, применяют такого рода действия. Они переняли наше управление артиллерией, то есть нашу крапиву, все они прекрасно знают, они также примерно такую же систему себе подготовили. То есть они учатся на этой войне, но это то, что россияне приобрели. А то, что они потеряли основную свою боевую часть профессионалов. Они сожгли 100 тысяч профессиональных военных в течение года, так как была им поставлена задача, не военная задача, политическая задача, невыполнимая для любой армии, захватить 40-миллионную страну. То есть на вот этой невыполнимой задаче они уничтожили цвет российской армии. Сейчас то, что мы имеем, это все-таки сброд. Это к профессиональной армии никакого отношения не имеет. И они могут стать профессионалами только через несколько лет. У мене тут є дві ремарки щодо вашої цитати. За рік втрати російської армії, якщо дивитись на підсумки, які веде Генштаб, це приблизно 150 тисяч людей. Якщо 150 тисяч людей наступного року втратить Росія, наскільки вона буде далі навіть зброду боєздатною? Из этих 150 тысяч у россиян было около сотни, 100 тысяч, я не ошибся, я сказал правильно, около 100 тысяч россиян они потеряли именно профессионалов. 50 тысяч это уже сидельцы, это уже мобилизованность, то есть это не профессиональные военные, которые закончили училище военное и профессией своей выбрали ратное дело. Это все мобилизованное, то есть треть уже мобилизованных. А теперь у них невосполнимый это ресурс. Они просто не успевают его восполнить, так как для этого нужны годы. Подготовить офицера, даже полевого офицера, для этого нужны как минимум 4 года. Для того, чтобы летчика подготовить до уровня первого класса, 10 лет. То есть они навсегда, российская армия навсегда, теперь остается это сброд мобилизованных, неважно в каком виде, они просто не успевают за этими процессами. Я думаю, больше они потеряют за этот год, даже не 150, я думаю, до 200-250, а то, наверное, и 300 тысяч за год они потеряют. Дело в том, что исходя из той динамики и той номенклатуры вооружений, которые нам сейчас передаются, поражающая способность новых видов вооружений, она намного выше, в десятки, иногда даже раз выше, чем те, которые были у нас. Потому это россиян ждет крах, и как раз мы будем иногда в месяц видеть по 50-70 тысяч россиян, 200. Існуют разные рейтинги армии. Россия до цієї війни посідала умовне друге місце, ми були десь 20-ті. Якщо би зараз подивитись на ці рейтинги, які би ви місця поставили обидвом арміям? Я розумію, що це суб'єктивно, що це не можна так чітко сказати, ну тим не менш. Армія Росії дійсно могла вважатися в минулому році, поки вона не втратила, ще раз повторюсь, професіоналів,
могла считаться второй, третьей армией, если учитывать еще ядерный потенциал. Здесь очень важно. Mm-hmm. То есть армия для наступления или армия для обороны? Армия для обороны, они остались до сих пор второй армией, так как ядерный потенциал у них соизмерим с первой армией мира Соединенными Штатами. Это оборонительный потенциал в основном ядерный. А вот конвенциальный потенциал российской армии сейчас на данный момент, я думаю, они выпали из десятки, из первой десятки армии мира. А уже дальше, ниже десятки, это уже неподсчитываемо, уже нет смысла об этом говорить. То есть из первой десятки конвенциальных армий они просто выпали. А мы в нее вошли. Мы в эту десятку вошли. Причем, если считать в Европе, то можно сказать, что мы сейчас первые опять. Если не считать потенциал ядерный, то есть это очень важно. Разумею так. Да, по конвенциальному потенциалу мы сейчас, наверное, первая армия в Европе, как минимум. А так в мире, если общее количество и подготовленных сил, то где-то пятая, седьмая, где-то так. Якби вас запитали рівно рік тому, 23 лютого, якщо Росія нападе на Україну повномасштабно по всьому фронту, що б ви тоді відповіли, якою це буде війна? Дело в том, что невозможно было, то есть это не военная задача. Невозможно просто никакими средствами оккупировать 40-миллионную страну, если народ этого не хочет. Mm-hmm. То есть это просто нереально. Победить, допустим, армию какую-то, да, возможно. У любой армии мира первая задача — это уничтожение армии противника. То есть, в принципе, когда было соотношение, допустим, у нас около 6, это мы были развернуты по стандартам мирного времени. У нас было около 60 тысяч в строю на тот момент под ружьем. У россияне правильно, исходя из формулы, они собрали 180, 1:3. То есть при выполнении задач в чистом виде 180 тысяч на 60, они, в принципе, могли бы одержать определенную победу. Просто, опять же, на защиту страны поднялся весь народ. Это мы прекрасно видели. То есть народ начал напитывать армию. За несколько дней она увеличилась в несколько раз. Сама армия, особенно после введения военного положения. Тут же включились механизмы, восстановили количество сил, которое примерно стало равным сразу уже российской армии. А в течение следующих нескольких месяцев мы уже превысили их по количеству. Вопрос стоял по вооружениям, подошли вооружения. Потому однозначно они не смогли бы выполнить эту задачу, которую они себе ставили. То есть это называется военная авантюра. То, на что решилось российское военное политическое руководство в военном отношении, это просто военная авантюра. Они надеялись не на военную победу, не на военное движение. Там были надежды другие. То есть там задача все-таки решалась о сдаче наших позиций, сдаче страны военно-политическим руководством, ну, как минимум, политическим руководством страны. Гаразд, поговорили те, що було, зараз радше те, що буде. Я розумію, це не йдеться про прогнози, тому що це дуже невдячна річ. Просто про речі, які більш-менш вимальовуються. Наприклад, що ми можемо очікувати цього року зі зброї від наших західних партнерів, окрім того, що нам уже будуть надавати, мовно кажучи, танки, так? Бронетехника точно будет, количество ее увеличиваться. После того, как будут первые поставки, будет понятна логистика поставок, обслуживание, инженерно-техническое обслуживание тяжелой техники, это очень важно. После этого будет количество увеличиться, я думаю, в несколько раз увеличится количество тяжелой техники и бронетехники. Будет добавлена номенклатура по средствам поражения авиационного базирования. То есть это будут ракеты уже авиационного базирования, так как нам как точно уже нам передадут МиГ-29 и Су-27 с пилонами под зацепы натовского вооружения. То есть нам передадут ракеты дальнобойные. Скорее всего, это будет что-то типа Storm Shadow. Это будут гарпуны с дальностью по 300 км ERK. То есть там целый, где-то с десяток, букет целый
ракет, которые могут работать и крылатых, и управляемых, которые могут работать по наземным целям и воздушным целям в том числе. Нам будет передано однозначно определенное количество зенитно-ракетных комплексов, новейших, это уровня СМТ, помимо Патриота, уровня СМТ, есть еще несколько комплексов такого уровня. Нам будет передана однозначно авиация, может быть, чуть позже, типа F-16, опять типа. То есть это легкие многоцелевые истребители, платформы для выполнения определенных задач. Однозначно нам будет передана новые ракеты для Хаймерсов. У нас уже как минимум полсотни Хаймерсов есть, то есть платформ для запуска этих ракет. Однозначно будут увеличиваться номенклатура для Хаймерсов. Кроме JLSDB, которая, скорее всего, уже работает по Мариуполю, будет поставлена задача, выполнена поставка и Атакамсов, и, скорее всего, PSM. Это новые ракеты для Хаймерсов с дальностью за 500 километров баллистически. Росія буде продовжувати масовані ракетні атаки по об'єктах інфраструктури? Росія точно буде продовжувати ці атаки, так як у країни, яка може производити ракети, вони ніколи не закінчаться. У них общее количество ракет, 1-2 в сутки они могут производить, крылатые ракеты, то есть где-то 30-50 в месяц однозначно, потому малыми волнами или одной большой волной в месяц они будут однозначно работать этими ракетами. Вопрос целесообразности, то есть когда-то может возникнуть просто у россиян вопрос о целесообразности таких атак, так как у нас процент, коэффициент уничтожения, он уже подтягивается где-то к 70-80, это минимум, а так если... Там передадут есть ЗРК, которое мы ждем, то он будет около 90-95% при таком коэффициенте уничтожения летающих целей. Нецелесообразно их просто использовать, потому здесь может включиться уже механизм чисто вот этого плана. Пан Роман, дуже дякую. Лише на сам кінець питання, якою це буде війна найближчим часом, декілька місяців, що ми можемо очікувати? Однозначно россияне увеличат сейчас боевую нагрузку, у них есть скоплено определенное количество сил и средств, около 400 тысяч человек российских, в основном мобилизованных, расположено вдоль линии фронта и границ. Они увеличат где-то в течение недели-двух увеличат боевые столкновения, дальше выйдут на плато, где-то их хватит на 2-3 недели. То есть я думаю, к концу... Это уже будет где-то конец марта. В конце марта мы получим технику, она выйдет на поле боя. И на этом противоходе, когда у россиян уже они начнут сдуваться, то есть они начнут, у них погаснет боевой потенциал, мы его выбьем половину, мы начнем выполнять наступательные действия. В основном это будут либо направления на Азовское побережье, это может быть Мелитополь, Мариуполь, Бердянск. Либо, может, сразу будем двигаться в сторону Луганска по большой дуге на Луганск и на Таганрог. Тоже можем отсечь. То есть два направления стратегических, мы их точно будем выполнять. Это будет весной этого года. За лето однозначно мы будем зачищать Крым. То есть тут без вариантов. Крым мы зачистим в этом году. Вопрос по Донбассу будет зависеть уже чуть дальше. Будет зависеть от количества сил и средств, которые нам будут переданы. То есть, если будет достаточно, то можем в этом году отрезать Донбасс от России по линии, по дуге Сватово, Луганск, Таганрог, и дальше зачищать еще и Донбасс. То есть, если динамика будет такова, может быть, еще раз вернусь к Буданову, он, наверное, что-то знает, он все-таки разведчик, такова, как он думает, то мы в этом году можем выйти на границы 91-го года. Це дуже приємно чути, ми віримо усі у це. Пане Роман, дуже дякую вам за розмову. До свидання. До побачення. Про рік війни говорили з Романом Світаном, це військовий експерт. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.